Андрей Дементьев. Баллада о матери. Читают воспитанники МАДО-29 города Мончегорска Дмитрий Мирошин, Екатерина Курдакова, Елизавета Чечель, Андрей Двуреченский, Федор Санников. За 30 лет, а вести от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, а кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Это вспоминать, вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Алексей! Алёшенька, сынок, Алексей, Алёшенька, сынок, Алексей, Лёшенька, сынок. Словно сын её услышать мог, он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей просили, да беги! Сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить. И опять вот так он бежит, жив, здоров, ни ран не убит. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей! Алёшенька, сынок, Алексей, Лёшенька, сынок. Словно сын её услышать мог, всё ждала, вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын её с войны.